скоро наступит всеми любимый праздник Новый год. А в этот праздник принято дарить всем подарки. Детский клуб «Мечта» дарит нам сказочный подарок. Новогоднее представление «Цветные сны», которые порадуют не только детей, но и их родителей. Тогда усаживайтесь поудобней, а мы навстречу к снам. А впереди вас ждет викторина. Новогодний праздник мечты – это время, которое проводит семья вместе. Ведь участниками нашего праздника являются не только дети, а еще и их родители, бабушки и дедушки. Как можно попасть к вам на новогоднее представление? Попасть на наши утренники очень легко. Достаточно знать, что в году 4 сезона, и каждому из них мечта готовит незабываемые праздники. Следите за нашими новостями на соцстраничках, и как только появляется информация об утреннике, уважаемые взрослые, успевайте забронировать место для своего ребенка. В представлении каждый сон имеет свой цвет, в который попадают сказочные феи. Поделитесь своими впечатлениями после выступления. Мы очень рады, что мы занимаемся в мечте. Нам очень нравится Оля, нам очень нравятся ее праздники. Они очень веселые, очень хорошая семья, такая мечта. Мы им желаем процветания и дальнейших успехов. А нам пора просыпаться, пришло время викторины. Какой любимый цвет у феи? Пишите ваши ответы в комментариях под видео. И получайте за это волшебные подарки. Наполнен волшебством и хорошим настроением, который подарил нам семейный клуб «Мечта». Приходите в клуб «Мечта», вас ждет много-много интересного. Не забывайте о викторине. Всем пока!